Привет всем! Давненько у нас на канале не было видео в формате лекций. На самом деле мы были очень заняты своей основной работой и подготовкой к школе, и поездкой на родину в Латвию. У нас просто не было времени. Но сейчас мы немножко разгреблись и готовы продолжать. И для начала я хочу очень поблагодарить вас, дорогие зрители, подписчики, комментаторы. Ваша поддержка для нас очень много значит. Мы вас видим, мы учитываем ваши пожелания. И поэтому, все, кто еще не, подписывайтесь, ставьте нам лайки и непременно комментируйте нас. Нам очень приятно читать все ваши комментарии и вопросы. И сегодняшняя лекция будет как раз посвящена вопросу, который мне задали на Фейсбуке. Итак, вот этот вопрос. Япония – развитая страна с высоким уровнем жизни, идущая впереди планеты всей. Почему в ней так процветает культура самоубийств? Чем доведены люди до такого отчаянного шага? Одиночество? Мода? Какое твое мнение? И почему буддизм не помогает этим несчастным людям найти место в этом мире? Самоубийство – это тема сложная и неоднозначная. Но так как она постоянно всплывает, когда речь заходит о Японии, причем как в контексте культуры и истории, так и в тех случаях, когда речь заходит о повседневной жизни простых японцев, мы решили поднять эту тему на нашем канале. И для начала я сразу хочу оговорить одну очень важную вещь. Буддизм, как и любая другая религия, не отвечает за профилактику самоубийств. Да, религия может сыграть положительную роль в этом вопросе, но тут важна даже не сама вера, а наличие крепкой, позитивной общины. Но если ваш близкий человек страдает от депрессии или задумывается о самоубийстве, то не надо отправлять его в церковь. Не надо считать, что с ним все будет в порядке, если он верующий, его религия не одобряет самоубийство. Хотите спасти жизнь? Посылайте таких людей к специалистам. Какова бы ни была причина такого состояния, это очень вряд ли от отсутствия веры. Ну а теперь давайте уже про Японию. На самом деле Япония по количеству самоубийств далеко не на первом месте в мире. Ее обгоняют очень многие постсоветские страны, в том числе, кстати, и Россия. Тем не менее, периодически, конечно, можно встретить рассуждение о том, что тяга к самоубийству является отличительной чертой японцев, заложена в их культурный код. Ну а что, вы не знаете харакири, а камикадзе? Ну а если вы претендуете на звание эстета и интеллектуала, то, наверное, вы знаете еще и синджу – самоубийство по сговору. И в буддизме тоже ищут объяснение. И чаще всего этим объяснением становится реинкарнация. Ну, вера в то, что можно переродиться, начать жизнь сначала, провоцирует людей в безвыходных ситуациях кончать с собой. Я лично с очень большой долей скепсиса отношусь к этой теории. Дело в том, что в буддизме реинкарнация – это баг, а не фича. В ней ничего хорошего нет. Она просто ведет к продолжению цикла страданий. Ну, с другой стороны, кто его знает? А может быть, в народе как-то к этому по-другому относятся? Нет, тут тоже сложности. Дело в том, что согласно многочисленным исследованиям народного буддизма, простые люди всегда относились к возможности хорошего перерождения с изрядной долей скепсиса. Ну, то есть, если для среднестатистического, не очень образованного христианина существуют две опции, это ад и рай, причем ад куда доступнее, то для среднестатистического, не очень образованного буддиста опций-то много, но подавляющее большинство из них крайне неприятны. И ад по-прежнему самый легкодоступный. Что же касается самоубийства, то Винаи,
это свод правил для монахов и монахинь, можно найти запрет на ассистирование при самоубийстве, подталкивание к самоубийству, пропаганду самоубийства. Но про само самоубийство ничего не сказано. Впрочем, из упомянутых запретов уже можно сделать вывод, что самоубийство в монашеской среде как-то не одобрялось. Не одобряется оно и сейчас, и в том числе в среде светских буддистов. Подавляющее большинство священников, с которыми мне доводилось общаться, очень плохо относятся к самоубийству. В народе существует поверье, что самоубийцы не способны джобу-цусуру, то есть буквально стать Буддой, на самом деле скорее упокоиться с миром. Так что японцы кончают с собой вовсе не благодаря, а вопреки распространенным в обществе представлениям о том, что ждет самоубийцу после смерти. Впрочем, этика буддизма концентрируется всегда не на поступке как таковом, а на его последствиях. Так что представить себе однозначный, безоговорочный запрет на какое-либо действие в буддизме мне лично довольно сложно. Так может, есть ситуации, когда самоубийство тоже приемлемо? Да. В сутрах встречаются истории о самоубийствах, которые либо оправдываются, либо хотя бы не осуждаются. Давайте для полноты картины рассмотрим некоторые из этих случаев и попробуем разобраться, имеют ли они какое-то отношение к самоубийствам современной Японии. И начнем мы с Палийского канона. Когда мы говорим о самоубийствах в сутрах, то, как правило, мы упоминаем в первую очередь самоубийство трех монахов – Годики, Вакали и Чаны. Во всех трех случаях монахи использовали нож, то есть зарезались. И причины были разными. Вакали и Чана были смертельно больны и умирали в муках. Годика никак не мог продвинуться в своей практике. Но во всех трех случаях Будда объявил, что монахи стали архатами и достигли нирваны. Для нас самым важным являются даже не сами истории, а их интерпретация с точки зрения буддийской этики. Во-первых, даже из самих историй становится понятно, что самоубийство в целом не одобрялось. Всех троих пытаются отговорить. Вакали от самоубийства отговаривает сам Будда, Чанну – два других ученика Будды, а Годику пытается спасти аж сам демон Мара. Так что неудивительно, что и комментаторов, и исследователей на протяжении многих столетий интересовало в первую очередь не то, можно ли использовать эти истории для оправдания самоубийств как таковых, а совсем другой вопрос – почему всем нельзя, а этим можно? И существуют два варианта, как объяснить эту странность. Первый. Монахи уже были архатами. Они не имели привязанности к своим телам, и, соответственно, самоубийство не имело для них никаких кармических последствий. Второй. Монахи ошибочно считали себя архатами, но в момент совершения самоубийства осознали эту свою ошибку и через это осознание мгновенно пришли к нирване. И известный специалист по буддийской этике Дамьен Кион, разбирая случай Чанны, вообще ставил под сомнение то, что Будда оправдывал это конкретное самоубийство. Правда, о других самоубийствах он ничего не говорил. И он же, кстати, Дэмиен Кион, критиковал сам тезис о том, что архату можно совершить самоубийство. Очень правильно указывая, что настоящему архату вряд ли вообще придет в голову что-то подобное с собой сделать. Итак, какой вывод мы можем сделать, основываясь на этих трех случаях? Что возможно, если ты уже настолько продвинулся в своей практике, что являешься архатом, ну или хотя бы почти архатом, то обычные нормы морали для тебя неприменимы. И при желании ты можешь хоть самоубийство совершить, в нирвану ты все равно попадешь.
Конечно, такой подход может вскружить головы некоторым восторженным практикам. Но насколько он применим для оправдания бытовых самоубийств? На мой взгляд, он вообще не применим. Давайте пойдем дальше. Давайте рассмотрим другие известные примеры самоубийств в сутрах. Пожалуй, в Японии куда больше, чем трое монахов из палийского канона, известен, например, принц Сатва, одной из предыдущих реинкарнаций Будды. Сатва, подобно самому Будде Шакьямуни, стал аскетом. Однажды, когда он прогуливался по лесу со своими учениками, или в другой версии с одним учеником, он с края обрыва увидел умирающую от голода тигрицу, которая собиралась съесть своих новорожденных детенышей. Сатва послал своего ученика на поиски еды для тигрицы, но сам потом подумал, что пока ученик будет туда-сюда бегать, тигрица уже успеет съесть своих детенышей. И поэтому он прыгнул с обрыва, решив накормить тигрицу своей собственной плотью. Эту историю часто приводят как пример самоотречения и сострадания, свойственного бодхисаттвам. Несомненно, она действительно призывает людей быть более милосердными, помогать друг другу, другим живым существам. И, конечно же, она не призывает совершать самоубийство. Но в истории буддизма были случаи, когда монахи пытались достичь просветления таким образом, повторив подвиг принца Сатвы, то есть просто бросившись со скалы. И похожую волну подражаний вызвал еще эпизод из Лотосовой сутры, в котором бодхисаттва Сарвасаттва Приядаршана совершил самопожертвование, самосожжение, даже в качестве подношения Будде и Лотосовой сутре. А потом, после того, как он переродился, он еще раз сжег свои руки в качестве еще одного подношения. Вообще, в Лотосовой сутре действительно делается особенный акцент на том, что собственное тело верующего является лучшим подношением. Конечно, в основном это понимают как то, что нужно самому читать сутру, проповедовать сутру, работать во имя сутры, Лотосовой сутры и Дхармы вообще. Но, конечно же, находились те, кто воспринимал эти строчки буквально. О них мы поговорим позже. История принца Сатвы и самосожжения бодхисаттвы всегда вызывали и продолжают вызывать немало споров. Имеется ли в виду, что истинный верующий должен быть готов отдать жизнь за дхарму? Или эти истории нужно воспринимать как призыв быть милосердными, щедрыми, мол, мы, конечно, не Будды, не бодхисаттвы, но хотя бы какими-то материальными благами мы пожертвовать ради других можем. Ну, как бы то ни было, речь все-таки идет именно о самопожертвовании, а вовсе не от бытового самоубийства. То есть мы можем говорить о самопожертвовании для того, чтобы прекратить чужие страдания. А бытовое самоубийство – это все-таки для того, чтобы прекратить свои страдания. Итак, давайте еще раз посмотрим, какие выводы мы можем сделать из самых известных историй о самоубийстве в буддийском каноне. Во-первых, самоубийство как метод прекращения своих страданий не одобрялся. Это можно увидеть в историях о самоубийствах монахов в палийском каноне. Всех троих пытались остановить. Соответственно, мы можем считать эти случаи все-таки не примером того, как надо или даже можно, а исключениями из правил. А вот история принца Сатвы и самосожжение Лотосовой сутры — это вообще не самоубийство, это самопожертвование во имя высших идеалов. Тем не менее, конечно же, любой текст можно воспринять по-разному. Как я уже упоминала, находились верующие, склонные к буквальному пониманию данных историй.
И, конечно же, само существование нирваны, чистой земли, хотя бы иллюзорной возможности перерождения, именно хорошего перерождения, могут дать надежду на то, что выход есть. Достаточно просто отбросить это бренное тело. Каким последствиям приводило буквальное понимание этих концепций буддизма? Об этом мы поговорим в нашем следующем ролике. Подписывайтесь, ставьте лайк, ждите следующего видео. Пока-пока!